Prime Model Management. Меня зовут Скрипка Виктория, я директор агентства. Мы киевское модельное агентство, в первую очередь существуем с 2007 года и являемся материнским агентством для моделей с Украины. Также у нас в базе модели из России, Белоруссии, с ближайших стран, которых мы представляем на международном рынке. Так как мы являемся материнским агентством, очень модели, которые подписывают с нами контракты, которые ездят, работают по всему миру, они, естественно, мы постоянно с ними на связи, мы как бы держим руку на пульсе, чтобы понимать, что и как идет работа в агентстве, всем ли модель довольна. То есть мы в любом случае постоянно на связи с нашими моделями. Вот. Когда они в Украине, мы также отправляем их на кастинги, обновляем им фотографии, портфолио. Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я скаут модельного агентства Prime Model Management. Мне нравится эта профессия тем, что можно окунуться в мир моды, общаться с людьми постоянно, что-то интересное делать, постоянно нахожусь в движении. Моя работа заключается в поиске новых лиц, красивых девушек и парней, а также детей для съемки рекламы, допустим. Девушка, конечно же, должна обладать определенными параметрами. Это рост от 1,75 м, худая очень и приятные черты лица. На улице девушка меня может заинтересовать интересными чертами лица. Это могут быть необычно красивые глаза или интересная форма губ. Также меня привлекает очень экзотическая внешность, потому что она неповторима. Очень интересно, и девушка, можно так сказать, вкусно выглядит на фото и на подиуме. Thank you for attention. I'm an office manager and I like my job. My job is interesting. I met new people. They all are interesting. About our models, they all are beautiful. They can dance, they can sing. They are the best.